Дорога под контролем. Супрацовники ДАИ совместно с представниками транспортной инспекции провели рейд по контролю за рухом великогрузов. На уездах у Гомель проверяли, ці выполняют водители грузового транспорта правила дорожного руху. Передумовой для проведения комплексных мероприятий стало обновление руху по мосте Парасоша, які размещены на 427-м километре автодороги М8, межа Российской Федерации, Витебск, Гомель, межа Украины. Нагадаем, на протягу года рух для всех видов транспорту тут был заборонен. 1 листопада в эксплуатацию ввели новую конструкцию за место аварийного моста. Рейдовые мероприятия, проводимые сотрудниками госавтоинспекции совместно с гомельским филиалом транспортной инспекции, показывают то, что водители, к сожалению, не все знают о том, что мост уже отремонтирован через реку Сож, поэтому все-таки транзитом проезжают через город Гомель. В рамках мероприятия сотрудники госавтоинспекции напоминали водителям грузового транспорта об административной ответственности за невыполнение требований дорожных знаков. Зараз на уездах у Гомель установлены дорожные знаки, которые забороняют рух грузовых автомобилей. Однако многие водители транзитных великогрузов протягивают рухаться проз город, чем порушают потребования правил. Я не особо часто езжу через город, поэтому в этом направлении на Россию, поэтому не знал, что мост был отремонтирован, поэтому поехал через город. Там сотрудники ГАИ меня остановили, сказал, что не знал, что мост был сделан, поэтому они меня предупредили и еду дальше. Уже в следующий раз не буду нарушать, буду ехать через обезумную дорогу. Своей присутностью у городе великогрузы створают немалые тяжкости для водителей легковых автомобилей и громадского транспорта. Дзяржаўтаінспекцыя нагадывает, что невыполнение потребований дорожных знаков тягне за собой попереджение альбо штраф у померы до 5 базовых величинь. У выпадку повторного порушения на протягу года водитель будет притягнутый до административной отказности и заплатить штраф от 2 до 8 базовых.